В Академии наук Республики Татарстан состоялось торжественное заседание, посвященное 30-летию Академии наук РТ и столетию академической науки в Республике Татарстан в рамках 3-го Всемирного форума татарских ученых. Почетными гостями мероприятия стали государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлиева, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, представители научного сообщества, высшей школы, общественные деятели и другие. Открыл пленарное заседание президент Академии наук Республики Татарстан Мекзюм Салахов с докладом «Академическая наука Татарстана. История и современность». В течение последних 3 дней шло масштабное обсуждение наиболее важных научных проблем с участием более 500 ученых. Я хочу поблагодарить всех, кто нашел время и приехал в Казань для участия в наших мероприятиях. Безусловно, все эти юбилейные события взаимосвязаны со столетием нашей республики и являются свидетельством интеллектуальной мощи, целеустремленности и трудолюбия народов Татарстана. Также Мекзюм Салахов отметил, что на сегодняшний день Академия наук по праву является центром духовно-интеллектуальной культуры, одним из символов Республики Татарстан. Она участвует в решении многих насущных вопросов научно-технического и культурно-просветительского характера. Далее слово передали государственному советнику Республики Татарстан Минтимеру Шаймиеву. 30 лет назад мы создали в Республике Академию наук. Я должен сказать, что в то сложное время это было судьбоносное решение. Это стало возможным благодаря принятию нами декларации о государственном суверенитете нашей республики. В ответ на это ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров в своей поздравительной речи подчеркнул, что для него, как для ректора КФУ и члена Академии, особенно отрадно, что налажено такое масштабное и продуктивное сотрудничество между учреждениями. Только среди сотрудников университета сегодня 8 академиков и 14 член-корреспондентов Академии. В том числе и многие руководители нашей Академии являются сотрудниками Казанского университета. Сегодня, не всяких сомнений, наша Академия наук выполняет консолидирующую и координирующую роль во многих областях, поскольку в республике добрых несколько десятков вузов и не меньше научных центров разной ведомственной принадлежности. Отметим, что Академия наук РТ вносит значительный вклад в общественно-политическое развитие республики, формирование современной научно-образовательной политики, а также в дело сохранения и приумножения культурных и духовных традиций народа Татарстана. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз.